Ура! Была своя мечта. Приехала моя помощница. Вам ее до конца не покажу. Это приехала посудомоечная машина. На нее будет отдельный обзор. Отдельный. Что-то она такая огромная. Коробка приехала просто гигантская. Мужчина сам ее полностью распаковал. Заказал в ДНС ее. Вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас будем смотреть. Отдельный будет обзор на нее. Ждите. Ставьте лайки и пишите комментарии внизу. Тут что, завал, дядя? Тут тоже завал? Ну, чтобы достать ее. Посмотреть строго? Ну да, чтобы посмотреть, включить вообще, она там включается или не включается. Да? Это будет все у вас отдельный обзор. А здесь я жарю блины. У нас получилось что-то блинная смесь. Вообще получилось прям очень просто много. Вон, смотрите. Жарю на двух сковородочках. Я думала, они уже нагрелись. Торопилась. Оказывается, они не нагрелись даже. Вот. И получились такие какие-то непонятные первые блины. Какие-то непонятные. Что-то неизвестное получилось. Вот. Сегодня, смотрите, первый раз у меня получился блин дырявый. Вот, смотрите, прям дырка. Видите, вон тут сковородку, видать, с той стороны. Первый раз в жизни у меня такое получилось. Не знаю, почему они у меня такие дырявые. Жарю на двух сковородках. Здесь у меня вот эта штучка что-то заедать стала. Я не стала ее это мучить. А тут у меня, смотрите, уже целая гора почти. Эх, наедимся с семьей. Муж у меня прям блины мои обожает. И сын тоже очень любит. Все. Все. Коробка все стоит. Сейчас Дима быстро покушает. У меня уложу его спать. И буду записывать обзор. Сама прям терпения нет у меня.